Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcam. На Subaru Triback установили главное устройство на базе Android от компании Gunbox. Модель H-Line с диагональю экрана 12,3 дюйма. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. На данный автомобиль есть большой выбор различных мультимедийных систем. В данном случае владелец выбрал именно вот такой вариант с вытянутым дисплеем, с большим размером экрана. Но есть также и другие варианты. Более подробно вы с ними можете ознакомиться у нас на сайте, либо позвонив по телефону, и наши менеджеры все вам расскажут. Адаптировали с кнопками на руле. Работает громкость, выключение звука, переключение треков. Кнопка Mode переключает между всеми источниками. Также с подсветкой автомобиля адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Яркость также можно регулировать вручную. При желании можно выключить экран, магнитола на фоне будет работать, но экран будет выключен. Также подключили оригинальную камеру заднего вида, она включается при включении задней передачи. В бардачок увидели дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также вывели вносной микрофон, чтобы можно было разговаривать по громкой связи. Здесь у нас множество полезных мультимедийных функций, все современные приложения можно скачивать, и также множество других. Также во вкладке «Специальный автомобиль» есть штатные настройки по автомобилю, управление штатным радио, штатным CD-дисководом, также базовые показания, настройки по автомобилю. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. Наш менеджер обо всем расскажет и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!